Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, и сегодня речь пойдет про Игромир. В который год подряд я посещаю данное мероприятие, потому что безумно люблю тематику игр и все, что с этим связано. И Игромир 2017 не стал исключением. Как обычно, по сложившейся традиции, это мероприятие я посещаю 4 дня подряд. И данное видео посвящаю самому первому дню и открытию этой выставки. Народу было очень мало, но так и должно быть, ведь дверь для всех желающих откроется только 29 сентября. И возможность поснимать без толпы была именно сегодня. Первый день Игромира, как правило, самый стартующий. Очень много прессы, блогеров и тех, кто купил VIP-билет. И также по своей практике я могу сказать, что первый день Игромира самый спокойный, потому что основные мероприятия пройдут уже в пятницу, а самые крутые мероприятия пройдут в выходные дни. Ну и пик народа ожидается в субботу, и косплеев, кстати, в субботу будет гораздо больше. Эх, а в этом году я опять не успела с костюмом, но в принципе это мне не портит никакого настроения. Зато есть возможность пофотографироваться и поснимать на видео других косплееров. Также сегодняшний день называется бизнес-днем, и мы посетили несколько презентаций. Книжка, переиздание книжки «Штурм Берлина», которую мы выпустили 2 года назад. «Имею победу». Да, да. «Победа в Великой Отечественной войне». Это страницы, которые по тем или иным причинам мы не успевали сделать памятной для даты. Поэтому вот сейчас у вас есть возможность посмотреть и прочитать историю так, как она была задумана в изначальном виде. А в целом, для тех, кто вообще не знает, что это за книга, я что-то прости, я понимаю, но, наверное, это... Причины своей воды, своей дате. Имя и собственный сюжет. Имя, да. Не знаю, можно ли спойлерить, наверное, те, кто еще не читал. Легенды Баббл. Да, думаю, так. Say, I'm falling, 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 I'm fal
вкратце я и показала вам то, что происходит в самый первый день Комикона и Игромира. Рассказ об остальных днях будет чуть позже. Я надеюсь, то, что это видео вам понравилось. Записывала уже я его ночью, монтировала, чтобы успеть к завтрашнему дню, то есть уже к сегодняшнему, так как я планирую выложить это видео в пятницу. И у меня дальше будет куча-куча всяких съемок, опять же, на Игромире. Мы еще немножко поговорим про это мероприятие, и у меня готовы для вас ролики, и почему я так долго не был на канале, в общем, все это вместе связанное будет чуть позже. Я вас всех очень люблю, сюда ваша Гром Наташа, и скоро увидимся. Пока!